Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла. Имена великих ученых знают не понаслышке ученики начальных классов гимназии номер 1. В учебном заведении ребята с раннего возраста начинают заниматься исследовательскими работами на самые разнообразные темы. Мечта каждого из них – сделать свое открытие и, быть может, встать на одну ступень с мэтрами науки. Тема моей работы – это путеводитель по исторической части города Симбирска-Ульяновска. Раньше город выглядел совершенно по-другому. Было больше всяких соборов, старинных зданий и было меньше парков, к сожалению. Моя работа называется «Как можно приготовить хлеб без дрожжей». Я очень люблю печь булочки всякие, искать рецепты. Мы даже переводили некоторые рецепты с мамой. Главные помощники детей – родители и учителя. Преподаватели, исходя из предпочтений каждого ребенка, предлагают малышу интересные темы исследовательских работ для начальной школы, которые можно взять для реализации собственного проекта. Однажды я с одноклассником, его папой поехал на берег Волги, умный. Там я увидел много необычных камней. А вот тот бросал по земле космические мини-ракеты. Это были чертовы пальцы, и по-научному гремлиты. Я решил узнать о них как можно больше. В процессе работы будущий первооткрыватель получает навыки поиска информации, ставит опыты, учится проводить наблюдения, анализировать и формулировать выводы. Направляем. Каким образом? Где ту или иную информацию можно найти? Какое экспертное мнение можно получить? В какую библиотеку обратиться? Если ребенок не умеет работать с интернетом, то, безусловно, на помощь приходят в первую очередь родители для того, чтобы на том или ином сайте информацию эту найти. Учащиеся начальных классов полностью погружаются в свою работу, наблюдают за животными, насекомыми, растениями, деревьями, цветами, погодой. В результате исследования гимназисты находят ответы на свои вопросы. Дальше дети участвуют своими исследовательскими работами на городских конкурсах и получают заслуженные награды. В этом году в городском конкурсе «Я исследователь» участие принимало у нас 8 учеников. И номинации были очень интересные, городской конкурс был. И ребята подготовили интересные темы. И, безусловно, было радостно нам, что наши второклассники показали первые шаги, что они смогли сделать уже в своей исследовательской работе, к чему они стремились и что они достигли. Всего в конкурсе приняло участие 104 обучающихся из 22 образовательных организаций. Все победители были отмечены дипломами, в том числе ученики первой гимназии. Однако это не главное. По результатам исследования психологов известного американского университета, любопытные ученики сегодня получают более высокие оценки в школе и становятся в жизни более успешными людьми. Поэтому главная задача взрослых – поддержать интерес детей и, самое главное, его развить дальше, чтобы из молодого поколения выросли новые Ломоносовы, Кюри и Кулибины. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.